или добро пожаловать на программу «Угадай мелодию». Умение довольствоваться тем, что есть, приносит гораздо больше удовлетворения, чем постоянная погоня за тем, что недосягаемо. Это ж какая радость, пришел с работой, поужинал, удобно устроился у телевизора, где как раз начинается наша программа. И все сошлось, мы начинаем сегодня с нами здесь концерт и оркестр программы «Угадай мелодию» под управлением Владимира Белоусова. И, конечно же, наши игроки не появляются в студии. Давайте встречать их аплодисментами. Добро пожаловать, уважаемые участницы. Прошу вас, занимайте ваши игровые места. Время начинать съемки нашей программы. Добрый вечер, уважаемые участницы. Да, 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 цветите, да, посылайте воздушные поцелуи. Да, всем привет. И именно так должны чувствовать себя участники нашей программы. И зрительские аплодисменты сразу вам ответом. Позвольте, я вас представлю. Участница под номером 1 – Ольга Глянцева. Оля – работник туристической фирмы. Она душа веселой компании, заводила во всем не знающий устали партнер по танцу. Оля очень любит приветливую Италию, которую неоднократно посещала со своими друзьями. Ольга Глянцева. Участница под номером 2 – Ирина Полякова. Ирина обожает путешествовать, узнавать новые страны и обычаи людей. Она увлекается горными лыжами, любит русскую баню и с удовольствием в кругу семьи исполняет под аккомпанемент гитары песни собственного сочинения. Ирина Полякова! И участница под номером 3 Екатерина Демина! Катя молода, весела, добра, жизнерадостна. Мое богатство, говорит она, это мои друзья, а моя жизнь – это туризм и семья. Горячо любимому мужу Александру и сыну Дмитрию Катя посвящает свое участие в нашей игре. Екатерина Демина! Уважаемые телезрители, открою вам маленький секрет. Все три очаровательные участницы работают в различных туристических фирмах. Их задача – отправлять людей в далекие путешествия и доставлять им радость. А сейчас у нас есть прекрасный шанс дать им так называемую ответку. Отправить их в музыкальное путешествие по волнам нашей программы. Я объявляю начало первого тура! Итак, Оля, вы участница под номером 1, ближайшая ко мне. А ну-ка, выберите что-нибудь этакое, прошу. Что-нибудь этакое. Шлягеры 70-х. Шлягеры 70-х. Песни популярные в 70-х годах. Нота, в которой бы вы хотели сыграть? Нота номер 1. Нота номер 1. 40 рублей за правильный ответ. А рубль нашей сегодняшней программе будет равен 10 португальским эскудо! Я специально подбирал эту экзотическую валюту только для вас, милые участницы. 40 рублей. Слушаем музыку. Владимир Семенович Высоцкий, «Кони привередливые». Ну что ж, никто не помнит об этом казусе, маленьком казусе. Просто звучала хорошая музыка, никто ее не угадал. Право выбора категории переходит к Ирине. Ирина, прошу. Давайте останемся в этой категории. В категории шлягеры 70-х. Шлягеры 70-х. Отлично. Нота номер 3. Нота номер 3. 60 рублей. Слушаем музыку. Да, Ольга. Вышла нам разлука. Вышла нам разлука. Да, там есть такие слова. Да, конечно. Ты б старше был, а я моложе, мой милый, если б не было войны. Там есть такие слова. Угадано. Ирина, Екатерина, где аплодисменты в адрес Олги? Вот так вот. Отлично. Выбирайте. Кино и музыка. Кино и музыка. Замечательно. Напоминаю, что здесь есть поблажка. Не помните название песни, но помните название кинофильма. Это уже правильный ответ. Нота. Нота номер 1. Нота номер 1. 40 рублей. Слушаем. Екатерина, да. «Русское поле». «Русское поле» из кинофильма «Новые приключения неуловимых». Отлично, выбирайте. «Филипп Лучезарный». «Филипп Лучезарный», песни Филиппа Киркорова, «Нота». «Нота номер 1». «Нота номер 1», слушаем. Екатерина, нет, 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 Ирина. Екатерина на сотую долю секунды опередила вас, и она будет отвечать «Да». «Эхма, лето не зима». «Эхма, лето не зима», совершенно верно, «Да». Оля, вам Катя аплодировала, когда вы выиграли? Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, конечно, вспомни. Отлично. Катя, прошу. Останемся там же. Филипп Лучезарный, нота номер 3. Нота номер 3. Слушаем музыку. Катя.
пташечка моя. Улетай скорее, пташечка моя, а потом прилетай скорее, конечно. Прилетай скорее, пташечка моя, Катя, выбирайте. Филипп Лучезарный, нота номер два. Нота номер два, слушаем. Да, Екатерина, с вами нет сладу, да. Такая нежная, такая... Какая? Как кто? Примадонна. Примадонна! Совершенно верно! Да, 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 угадно. А, заметьте, это, кстати, ваши угадки очень хорошие, пошли на пользу и Ольге, и Ирине. Они научились вам хлопать, научились аплодировать. Аплодируйте, потому что через секунду Екатерина будет аплодировать вам. Выбирайте. Четвертая нота Филипп Лучезарный. Филипп Лучезарный, нота 4. Слушаем. Занавес открывает сцену и чего-то там такое. Понимаю, сколь они бесценны. Это кардебалет. Песня кардебалет Филиппа Киркорова. Не надо вот так вот. Филиппу Киркорову, который смотрит эту программу, это очень не понравится. А надо было сделать вот так. Катя. Да, конечно же, все мы любим песни этого замечательного певца. Ну что же. Итак, право выбора категории переходит к Ольге. Ольга, прошу. Цветные ноты. Цветные ноты. Цвет... В названии песни обязательно присутствует нота. Нота номер два. Нота номер два. Слушаем. Ирина. Лучше нету того цвета, когда яблоня... Совершенно верно. Конечно. Конечно, конечно, конечно. Ира, прошу. Так, останемся... Нет, я выбираю категорию кино и музыка. Кино и музыка. Нота номер два. Нота номер два. Слушаем. Екатерина. Красная шапочка, если долго-долго-долго. Идти долго по дорожке, совершенно верно! Да, 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 конечно, конечно, была песенка про красную шапочку из этого кинофильма. Если идти долго-долго-долго, мы достаточно долго уже играем в наш первый тур. Пора бы ему закруглиться. Собственно говоря, он закруглился, уважаемые участницы. Игра пошла, все замечательно. До встречи во втором туре через несколько мгновений. Прошу вас, зайдите на поле, уважаемые участницы. Итак, напоминаю, сегодня с нами работают славные работники туристических фирм. И ведь какие азартные молодые... Просто сказка! Вот, дорогие телезрители, помните, я говорил вам о прелестях сидения у телевизора? Есть один маленький недостаток, невозможно передать со 100% точностью ту атмосферу радости и азарта, которая царит в нашем павильоне. Но поверьте, это действительно так. Давайте встречайте наших участниц, они появляются в студии. Опа, 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 добро пожаловать, добро пожаловать, уважаемые участницы. Вы во втором туре нашей программы. Как бы отправив их в короткое путешествие в первый тур, мы вернули их назад. Они приветствуют нас веселые, отдохнувшие, загоревшие. Сейчас мы их отправим в еще одно маленькое путешествие. Я объявляю начало второго тура! Лидером на площадке является кто? Ольга, нет. Ирина, нет. Екатерина, да, да, и еще раз да. Екатерина, вам зрительские аплодисменты и право выбора, прошу. Категория имена. Категория имена. В названии песни есть имя. Слушаем музыку. Да, Екатерина. Алёша. Алёша, совершенно верно. Так называется эта песня. Да. Ира, что-то не стопроцентно дружелюбно была ваша улыбка сейчас. Я думаю, вам, может быть, сейчас сложно улыбаться. Так, Екатерине, улыбнитесь мне. Ха-ха-ха-ха. Отлично, Екатерина, прошу. Продолжим категорию имена. Имена. Слушаем дальше. Да, Ирина. Эх, Марусь, нет, эх, нам бы быть в печали. Эх, Андрюша, только Андрюша, нам ли быть в печали? Совершенно верно, да! Да, 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 да. Аплодисменты. Ира, прошу. Выбираю категорию, выбираю категорию имена, ноты имена? Номер а 3. Здесь нет нот, здесь мелодии идут одна за другой. Да, слушаем другой. Дальше. Екатерина, да. Помню твои губы. Тишина в зале, я сам покажу, какие. Сладкие, как вино. Сладкие, как вино, Сера, да, конечно. Только были твои губы, сладкие, как вино. Отлично, выбирайте. Имена. Имена, последнее, четвертое, слушаем. Ирина, да.
Люблю, люблю, дорогая. Как-то надо имя сказать. Ну, и желательно строчку из песни. Сейчас, ты моя, Маруся. Девочка моя. Немножечко хулиганская песня. Уж ты моя. Нет, к сожалению, милая Ирина. На морском песочке я Марусю встретил, так назывался. Что? Правильно. Вы говорили совсем другое имя. Итак, две мелодии вы вне игры. Право выбора категории «Над вами гаснет свет», а право выбора категории я передаю Ольге. Ольга, что-то мы давно не слышали ваших ответов. Прошу. «Кругом вода». «Кругом вода». Слушаем музыку. Да. «Зачем тебя я полюбила». К сожалению, милая Екатерина, нет. В песне «Бежит река» нет таких слов. Ну что же, Ольга, я ликвидировал еще одну соперницу, правда, ненадолго. Именно сейчас нужно наверстывать. Екатерина, две мелодии, вы вне игры. Ирина, вы возвращаетесь через одну мелодию. Ольга выбирает, прошу. Песни Пахмутовой. Песни Александры Пахмутовой. Слушаем. Да. А опустила. Что ж так быстро-то нажали, а? Можно же было все загрести. Ну, вы отвечайте. Опустила без тебя земля. Нежность, совершенно верно, конечно, да. Ирина, возвращайтесь. Ох, Ольга, вы альтруистка, ей-богу. Я понял, почему вы так сделали, чтобы еще больше поиграли ваши соперницы. Итак, Оля, выбирайте. Песня Пахмутовой. Песня Александры Пахмутовой. Слушаем. Да, Ольга. Про юность, про молодость. Смотрите нашу. На меня, показывай, быстро пантомимы. Любовь, комсомол, весна. Конечно, да. Это была любовь, это был комсомол. Ну, значок, в смысле, маленький. Здесь носили на груди, я его лично носил. Да, кстати, Екатерина, вы возвращаетесь в игру. Над вами зажигается свет. Помните, что вы уже можете нажимать на красную кнопку. И мы слушаем музыку. Екатерина. Забота у нас такая. Конечно, да. Прошу, Екатерина, выбирайте. Екатерина. Песня Пахмутовой. Песня Александры Пахмутовой. Слушаем. Называлась эта мелодия. Право выбора категории переходит загрустивший по-прежнему. Вернее, не по-прежнему, а опять уже успевший загрустить Ирине. Ирина, выбирайте. Останемся в категории «Песни пахнут». Невозможно, все четыре мелодии отзвучали. Тогда «Кругом вода». Тогда «Кругом вода». Слушаем музыку. Прошу вас, Ирина. Ну? Широкое море. В полях под снегом и дождем, мой бедный друг мой. Какой-то там друг. Александр Градский поет эту песню на стихи Роберта Бернса. Уважаемые участницы, на этом второй тур заканчивается, поэтому я не буду никого наказывать, никого удалять с площадки. Да, к сожалению, Ольга, все-таки вы покидаете нашу программу под аплодисменты всех зрителей, потому что вы покорили их своей игрой, своей лучезарной улыбкой. Оля, спасибо огромное, всего доброго. Ирина, Екатерина, увидимся в третьем туре. Прошу вас, зайдите на подиум, уважаемые участницы. Итак, игра продолжается, жизнь продолжается. Наша телевизионная программа тоже продолжается. И я думаю, что это вам все очень нравится. Уважаемые телезрители, начинается третий этап нашего путешествия, вернее, путешествия наших участниц по музыкальным волнам нашей программы. Я думаю, что они не жалеют об этом путешествии. Встречайте их, они появляются в студии. Ирина и Екатерина, прошу вас, занимайте ваши игровые места. Мы в третьем туре нашей программы. Итак, уважаемые участницы, я поздравляю вас, вы переходите в третий тур. Лидером по итогам первых двух туров является Екатерина, у нее 627 рублей, рубль сегодня равняется 10 португальским эскудо. Итак, Екатерина, вы начинаете, дорогие, после моей подсказки. Обращение человека к природному явлению с просьбой о милосердии. Прошу вас, начинайте. Ирина, я угадаю эту мелодию в 7 нот. Я угадаю 6. Угадывайте. Угадывайте 6 нот. Обращение человека к природному явлению с просьбой о милосердии. Слушаем.
Юрий. Ох, мороз, мороз, не мороз. Не мороз меня, ну конечно, конечно! Подсказка номер два. Песня человека, не успевшего насладиться детскими радостями. Ирина, вы начинаете, прошу вас. Катя, я постараюсь угадать эту мелодию с 7 нот. Я с 6. Я попробую с 5. Угадывай. Угадывай с 5 нот песню человека, не успевшего насладиться детскими радостями. Слушаем. Ирина, ваша версия. Ира, раз, два, три, у вас нет никакого ответа. К сожалению, времени на раздумье у вас нет. Детство мое, постой, так называлась эта мелодия. Сейчас становится 1-1. Подсказка номер 3. Песня о чрезвычайно самоуверенном молодом человеке. Прошу вас, Екатерина, вы начинаете. Я угадаю с 7 нот. Я постараюсь угадать с 6 нот. Я попробую с 5. Угадывайте. Угадывай с 5 нот песню о чрезвычайно самоуверенном молодом человеке. Слушаем. Екатерина. Екатерина, смотрите на меня. Ну, раз, два, три. Хвастать, милая, не стану. Знаю сам, что говорю. С неба звездочку достану. Куплеты Курочкина, так называлась эта мелодия. 2-1. Подсказка номер 4. Песня о современных средствах связи. Прошу вас, Ирина, вы начинаете. Катя, я угадаю эту мелодию с 7 нот. Я с 6. Я... Угадывайте. Угадывай. Я угадываю из 6 нот песню о современных средствах связи. Слушаем. Позвони мне, позвони. Абсолютно верно. Конечно. 2-2. Решающая подсказка будет разыграна именно сейчас. Песня, оправдывающая любовные безумства. Прошу вас, Екатерина, начинайте. Я с 7 нот. Я попробую угадать с 6 нот. Угадывай. Угадывай с 6 нот песню, оправдывающую любовные безумства. Слушаем. Виноват или я, что люблю? Конечно! Ну, конечно же! Именно эта мелодия звучала. И сейчас становится 3-2 в пользу Ирины! Милая Екатерина, принимайте поздравления всех зрителей, несмотря на проигрыш в третьем туре. Они поздравляют вас с замечательным участием в нашей программе. Это было что-то с чем-то. Вы в прекрасной музыкальной форме, вы прекрасно улыбались. А как вы угадывали? Аплодисменты, аплодисменты и еще раз аплодисменты. Екатерина, спасибо огромное. Ирина, пора расслабиться, вздохнуть глубоко. И слушайте, до встречи в суперигре. Прошу вас, зайдите на поле, уважаемые игроки. Итак, виноват ли я, что стал ведущим этой программы? Нет, я горжусь этим, потому что такая веселая игра. Каждый четверг в 19:35 на канале ОРТ смотрите самую пушистую, самую когтистую, всепогодную программу «Эти забавные животные». Итак, Ирина, я поздравляю вас, вы становитесь победительницей Спасибо. Нашей программы, но вы еще не выиграли супер игры, но вам, как победительнице, как финалистке, уже во всю мощь своих ладоней аплодируют все зрители. Ирина Полякова! Я знаю, почему они так средненько аплодируют, потому что они ждут финала, чтобы там поставить жирную точку. Итак, вы готовы? Да. Нет, дорогие друзья, все-таки давайте еще раз поаплодируем нашей финалистке. Да! Вот так вот. Начали. Да, Ира? Ира? Лучше пропустим. А, пропускаю, да. Пропускаю, ничего страшного. Дальше. Мы едем. Мы едем, конечно. Дальше.
Очи черные, да. Дальше. Только встанет над Москвой утро. Песня извозчика засчитана. Совершенно верно. Дальше. Вместе весело шагать по просторам. Совершенно верно. Дальше. Давай, еще о жизни хоть раз. Да, конечно, конечно. Простите, бой, совершенно верно. Да. Дальше. Я хотела пропустить. Пока пропускаем. Итак, это была мелодия номер 7, а мы возвращаемся к мелодии номер 1. Слушаем. Расцветали яблони и груши. Конечно же, именно это. Итак, у вас 10 секунд, всего одна мелодия. Мелодия номер 7 впереди, слушаем. Ямайка. Ну, нажмите кнопку, тишина. А теперь, Ирина, с улыбкой скажите мне это слово. Ямайка. И она выигрывает суперигру, да! Конечно! Аплодисменты! Вот она, красивая точка нашей сегодняшней игры. Ирина Полякова выигрывает суперигру. Ира, всем воздушные поцелуи, всем приветы. Ира, прошу вас, зайдите на подиум, покидайте нашу программу абсолютной победительницей. Итак, я думаю, что это путешествие, которое только что закончилось по волнам музыки в нашей программе, было увлекательно не только для участников, но и для вас, уважаемые телезрители. А значит, вы будете ждать встречи с нами. Значит, мы поймали вас на тот крючочек, который заставляет вас приникать к экранам ваших телевизоров. Ну что же, до встречи, рыбки мои, помня о крючке. Пока!